Доброго всем вечера, моим друзьям. 14 июня заканчивается. 21:30 вечера. В новом поле благодать. Ласточки летают низко. Наверное, эти приметы давно не работают. Сегодня хмурилось целый день. Дождя ни капли не выпало. Вот как был неделю назад. Небольшой, с полчасика побрызгал и все. Новое поле, сушь, тишина, все возят воду, поливают. На участках ни у кого воды нету. Ну, здесь проще, возле дома шланг кинул, полил кому что надо. С окошка вот эти участочки. Он, кстати, лежит, чей-то шланг лилин. Вот. Растет все хорошо, но просит воды. Вот такие красоты у нас. Небо красивое. Тихо, тепло, хорошо. Всем добра, благ, здоровья. До встречи.